Всем привет, меня зовут Вадим Лобов, кто-то знает меня как Майфи, и сегодня мы поговорим о полях для настольной игры Warhammer Shadespire. Вот это оригинальные поля, которые идут в коробке. Выглядят они вот так. Вы знаете, что коробка оснащена двумя полями для игры вдвоем. Но если вдруг вы решили поиграть втроем или вчетвером, а игра это позволяет, то вам необходимы дополнительные поля. Где же их взять? Их можно купить в еще одной стартовой коробке, но тогда вы получите плюс к этим полям дополнительные две банды, которые у вас уже есть. Что делать? Можно купить дополнительные поля у нас. Вот дополнительные поля от Майфи. Специально для этой игры мы подготовили на нынешний момент два альтернативных поля. Соответственно, поле двустороннее. Одно поле здесь, другое здесь. Чтобы не иметь проблем с авторскими правами, символы Shadespire мы заменили точками. И в разработке идет дополнительное поле. То есть полей с вот такими артами будет два. Имея два поля из стартовой коробки и два наших таких поля, докупленных у нас отдельно, вы сможете играть на четверых. А в настоящий момент можно уже смело играть на троих. А если купить два таких поля, и в третий и четвертый игроки будут использовать разные стороны, то уже смело на четверых. Ну а тем, у кого нет стартовой коробки, тем, кто купил свои банды в отдельные боксы, мы также можем предложить наши поля аналогичные оригинальным. Вот это наш ассортимент полей для Shadespire на нынешний момент. Смотрите. Полностью аналогично оригинально. На этом все. Заходите на наш сайт magic.ru. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Заходите в наш Инстаграм. Все самое свежее и самое интересное появляется сначала в Инстаграме. Ну и играйте в удовольствие.